Всем привет! Вот такие звуки издает. Мы приехали погулять на Татышева, вот тут вертолет. Куда-то отправляется. На парковочку заехали посмотреть, как он будет взлетать. Да, Максим? Интересно, да? Всем интересно, вон там тоже в машине сидят, снимают, видите? Как вертолет взлетает, да? А он какой-то древний, прям предревний. Он как будто горел, да, черный такой. Ну, это выхлоп у него. Это у него выхлоп, поэтому там все черное. Он, кстати, такой маневренный, да? Тут развернулся прям вообще. Ну, о-о. Все, пошел взлет. Я прям стоял рядом, меня чуть не сдуло. Там такой, ну, там так. Там лопасти такие огромные. Да-да-да, там вообще прям, ну, мощно. Ну все. Улетел. Теперь едем мы гулять. Теперь поехали мы гулять, да. А теперь отсюда нам выехать, интересно. Не знаю, тут такое движуха что-то. Два часа гулять, приезжаем, белые. И мы едем. Ну, я надеюсь. Ребята, наконец-таки к нам пришло лето. Не говори. Классно, там 25 градусов сегодня у нас. Ну, у нас уже второй день дождя нету. А, вчера, по-моему, был, да? Или нет? По-моему, нет. Мы уже запутались, когда был дождь, когда нет. Потому что он каждый день идет. Вчера вроде бы за все лето, представляете, вчера вроде бы не было дождя. За последние 2 месяца. А так 2 месяца, каждый день дождь. Вот. Сегодня классно, жарко. Прям... потрясающе, я бы сказал. Прям классно. Я ждала такую погоду давно уже. Ну да. Сейчас поэтому мы вот вылезли погулять. Погуляем. Сейчас будем долго гулять, потому что надо насладиться. Классно, надо солнышко, витаминчик Д получить. Ну, а кстати, ну, купаться мы в этом году не ездили. Мы рассчитывали, что в августе будет тепло. Ну, где-то там, я не знаю, там хотя бы чтобы неделю там постояла такая, ну знаете, жара там за 30. И потом можно, чтобы было, ну, поехать покупаться, но что-то походу не судьба. Ночью все равно холодные. Ночью 9 градусов, ну. Да, и поэтому все равно вода не прогреется. Я думаю, что в этом году мы уже не покупаемся. Ну, только если куда-нибудь в бассейн. Так что, увы, не получится. А Макс там у нас где-то по кустам он ездит. По кустам. Но он любит кататься вот по такой вот типа дороге, что по асфальту ему неинтересно. По асфальту во дворе можно покататься. Ну да. Кстати, народу довольно-таки много. Хотя сегодня будний день, понедельник, а людей много гуляет. Я думала, меньше будет. Видимо, из-за того, что жара, все повылазили, как мы. Да нет, просто никто не работает. Да, народу вон, смотрите, сзади вообще много. Там идут, мы просто так оторвались от всех, а так там вон катаются. Спереди тоже маленько есть. К вечеру будет народу вообще куча целая. Вот здесь вот все было, такое озерко, сейчас вот все высохло. Там небольшой кусочек воды еще остался. Здесь же, помнишь, затапливал вообще вот этот мост, который вот здесь. Все полностью было затоплено, вода здесь была. Максим захотел сюда зайти. Максим тут с девочкой уже познакомился, с ней маленько покатался. И потом решил сюда съехать. Ну, иди догоняй ее, она там уже покатается. Уже не догонит. Новую сейчас найдешь. Вот мы туда поедем, по прямой, да? Да, налево, наверное, поедем. Ну почему, до кольца и налево? Ну, до кольца, ну. И это, там найдешь ли новый какой-нибудь? Что? Здесь как будто копали что-то, да, смотри?
Ага, вот здесь вот такой вот кусочек. И вот там такой же. Непонятно, что-то. Что-то как там будто... Там кто-то купается в этой луже. Ну да, там, мне кажется, даже по колено нету воды. Это не то, чтобы нету, там, представляешь, там, это, ну... Дети, наверное, там прискаются. Непонятно, что там, какие-то водоросли, и что там, какие-то всякие... Ну да. Всякие бекарасы, там нафиг надо. А что, Максим, в гору не получается заезжать? Да, на первой передаче есть. У тебя же скоростной велик. Ты на первой передаче едь, и все нормально, то что будет. Забыл? Да. Ну ты сильно далеко не переключай. Ты если забыл, знаешь, что надо сделать? Смотри. Вот берешь, переключаешь передачи вот таким вот образом. Вот так вот, оп, оп. Смотри, сейчас тебе научу. Все, видишь? Все, первое. Теперь берешь так вот, смотри, стой. Становишься вот так вот. Максим просто как-то переключает сильно. На первую переключает и еще сильнее этот крутит рычажочек этот. И получается цепь у него сваливается. На. Я такой загрохнулся. Я так уже грохнулся, говорит. Ну когда сейчас на педаль прям сильно дави, сколько силы есть. Давай. Да. Ну и все, а то идет пешком, да? Нет. С таким-то великом и пешком идти. Я вон там не напылил. Нет. Не напылил. Мы дошли до какой-то такой площадки интересной. Ну, Максим уже там где-то бегает. Мы тут, кстати, ни разу не были. Ее недавно построили, видимо. Может, в том году или в этом. Ну, в том, по-моему, еще не было, да? Ну, получается, да? Совсем новенькая. Ну, сейчас пройдем, посмотрим, может. Из наших зрителей тоже тут многие не были еще. Ну, так, конечно, интересно. Еще бы Максима тут найти теперь. А то там, вон, смотрите, туннели какие-то. А, вон он, Максим на горе машет. Большая площадка. Угу. Пойдем смотреть. А, там горка какая-то. Стойте тут, я вам сразу покажу. Залез в пещеру. Сейчас сверху где-то вылезет, наверное. Пойдем посмотрим. А, ну вон он, ага. Вылез. А как он? С той стороны вот где-то залез. Поднялся, ну. О, смотри, там тоже интересно. Прикольно, всякие лазилки такие. Там вон что-то типа сцены, видимо. Там вон дальше еще какая-то территория. Сейчас сходим, посмотрим. Макс сначала тут набегается. О, здесь вообще что-то интересное. Барабаны какие-то. Ой, как тут шумно. Пока еще все новенькое, не сломанное, да? А здесь что делать надо? Что, Максим, тут делать надо? Смотри. Короче, знаешь, вот эти шарики встали по вот этим кружкам. Так у тебя что-то ни один не встал. Наверное, это очень сложно. Какие-то тут домики уже, вон там один разобрали. А, или наоборот, собирать можно. Не, она собирать, но может. Интересно. Лабиринтики.
темно, там прикольно. Мы вас зомбируем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите много комментариев. Такая территория большая, да? Прикольно, можно сюда приезжать, гулять. Столько всего интересного. И лазилки вон есть всякие. Пойдем, пойдем. Качельки есть, и для маленьких совсем территория. Вот тут чашу можно песочком наполнять, насыпать. Максим у нас любит такие штуки. И все, и туда тропинка в лесок повела. Ой, тут еще одна с этой стороны. Максим хочет на вот эти качельки, но они что-то все заняты. Прикольные качельки, я бы тоже покачалась. Ну да, интересно. Их так много, да, и все заняты. Как так? Вот понедельник же сегодня. Надо вечером, когда мы приходим, до сюда доходить. Мне кажется, вечером тут никого нет. Вечером, ну, не знаю, мне кажется, поменьше должно быть. Сегодня, видишь, что тепло. Первый день, тепло. Ну да, да, все выбрались из дома. Ну, вот здесь еще... О, смотри, Максим, тут строят эту трассу, на которой можно кататься. На самокатах, на великах, наверное, да? А, да, это маленькая совсем трасса, я думаю, ну, что все она... равно. Но здесь народу много сильно. Да, и да. И она что-то узкая какая-то. Да. Может, платная будет? Здесь на сколько? Ну, максимум 2-3 человека может кататься и все. Угу. Ну, а мы пошли дальше. Может, еще что-нибудь интересненькое увидим. Да? Ну... Мы до сюда обычно не доходим, потому что мы там сворачиваем, по кругу ходим. А тут решили вперед пройти. Ну, интересно. Когда народу поменьше, интересно, я думаю, здесь Максу будет погулять. Да? Ну да. А вот здесь было еще одно озеро, там, видите, лежачки. А озера уже нету, все высохло. Там уточки кое-где есть еще. Плавают. А так, конечно, что-то лето какое-то у нас все повысохло, да, везде. Ну, все уехало. Енисей обмелел. Все уехало в Китай. Просто вот. Ну, озера-то что? Ну, так, Енисей. А, там же это. Ну-ну-ну. Ну, короче, как-то у нас так. У нас же Красноярское море упало на 14 метров, поэтому Енисей обмелел, все туда и едет там контакт. Воды нет. Еще. Все, надо как-то отдавать. Все, можно ходить. Вот здесь хорошо гулять, здесь деревья, прям такой тенечек. Классно. Да-да-да, вот здесь прям вообще классно. Там еще чуть-чуть и можно будет просто кататься там наверх. Это солнце, да, плохо. Холодно, плохо. Но мы как? Погрелись уже, маленько в тенечке можно побыть. Вот, смотри, суслик дорогу хочет перейти. Угу. Перебежал. Перебежал. Не знаю, видно вам было или нет. Но нам было видно. Утка плавает. Ну, я говорю, уточкам хоть есть маленько водички. А что, Максим? Понимаю, слушай, а, это вон вот, суслик. Это все дело, оно всплывает. Я так понимаю. Макс, суслика увидим. Да я на видео сняла. Ну все, спугнул его кто-то. Шоркнули ногой, прошли. Это вот так вот надо сделать, смотри. Ну, Максим, ты чё? Конечно, он убежал. Да, он туда вниз убежал. О, облепиха. А суслики едят? А я не знаю, Максим, вон он прячется. Да ладно, пойдем дальше. Что, суслика не видели? Ну, мы-то видели. А наши зрители, мне кажется, не все видели. Суслика хочешь домой?
А Максим, они дома, им тяжело жить. Почему? Дома-то места ну, мало. Видишь, он-то... надо копать норы, семьей обзаводиться. Пусть там будет три. Купим это. Семью. Купим купол стеклянный и семью из сусликов. А мы тут забрели снова в яблоневый сад. Смотрите уже сколько опало яблочек. Да. Внизу, смотри, все поободранные уже. Да. На макушках яблочки еще висят. Ну-ка, попробуем. Ну, пробуем. Сладкие? А там уже кто-то собирает. Трясут деревья. Съедобные? Да, нормально. Я тоже хочу яблочко. Я подберу по дереву. Да? Ты не достанешь там, Максим. Вон яблоки крупные, пойдем туда. Пойдем. Макс, какой велик тут бросил свой. Смотрите, сколько яблочек много. Почему-то этот кустик никто не собирает. Сейчас я попробую. Он, наверное, еще зеленый. Хотя нет, тут вот уже опадают. Сладкий. Сейчас как наедимся яблок. Ну, хрустит Максим аппетитно. Я еще одну съела. Максим, аккуратнее, пожалуйста, срывай. Они такие крупные. Ну, вот эти, кстати, самые сладкие из всех, которые мы пробовали. Сейчас вот где-то три кустика попробовали. И крупные, смотрите, такие. Тут еще одна площадочка появилась. Что столько всего новенького мы с тобой, что, видимо, давно из дома не выходили, да? Только что каждый день дышки есть, конечно. Макс, в общем, там по дороге гоняет на велике. Без рук все ездит. Кольцо он есть. По кольцу проезжают. Поперек, да, как-то против движения. А вот, наверное, на таких машинках здесь гоняют. Ну, мы будем уже видео это заканчивать. Уже сейчас домой поедем. Начнем там снимать новый влог. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.